Свыше 100 человек погибли в результате ливней и оползней в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Еще примерно столько же получили различные травмы. Десятки домов разрушены и повреждены. Напомню, в прошлом месяце жертвами схода оползня в деревне Хобу-Барик стали свыше 2000 человек. Среди погибших были женщины и дети. По информации ООН, более 4000 человек остались без крова.